Професійне свято адзначаюць работнікі тэлеканала ў радыёстанцыі і сувязі. Урачыстасці з гэтай нагоды традыцыя тэлерадыёкампаніі Гродна. Узнагароды кампліментаў у адрас супрацоўнікаў абласной студыі ў святочны дзень было багата. Такая зваротная сувязь дае новы імпульс, натхняе на свежыя ідэі, якія робяць адмысловымі будні радыётэлебачання. Радио и телевидение – это, прежде всего, люди, настоящие профессионалы, целеустремленные, мотивированные, работающие над созданием качественного проекта, качественного контента. Ежедневно наши зрители получают информацию о жизни региона из выпусков новостей. На канале «Беларусь-4 Гродно» представлены различные тематические проекты. От общественно-политических, таких как «Свежим взглядом», «Слово депутата», до направленных на традиционные семейные ценности. Программа «Самые счастливые». Особое место занимает тема 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В проекте «Огненные 40-е» молодежь рассказывает о героическом прошлом участников Великой Отечественной войны. И в этот праздничный день мы также работаем для наших зрителей. Цеснае супрацоўніцтва журналістаў з рознымі ведамствамі дазваляе гледачам і слухачам атрымліваць праўдзівую і аператыўную інфармацыю. І гэта работа з прафесійнай нагоды адзначаецца партнёрамі па эфіру. Так, за ўзаемадзеянне і прафесіяналізм у асвятленні пытанняў аб дзейнасці органаў прокуратуры адзначана рэдактар аддзела інфармацыі радыётэлебачання Вольга Барысевіч. За пропаганду безпеки життєдейності нагруди знак уручены загадчику отдела радиовещания Зинаиде Петруневич. У Булгакова есть такое выражение: она служила в радио. Вот в этот момент я реально на долю секунды я подумала, а я служу в радио. Это говорит о том, что сила такая вот, вот огромная, невидимая, как любые, да, радиоволны, сила. И все, что мы делаем, мне очень хочется верить, что мы делаем не зря. Этот нагрудный знак очень ценен для меня, и мне кажется, он тому доказательство. Паспяховае ўвасабленне творчых ідэй магчыма толькі дзякуючы зладжанай працы каманды. Калектыў ТРК «Гродна» – гэта аб'яднаныя любоўю да сваёй справы людзі, адметная рыса якіх – высокі ўзровень прафесіяналізму. Дзякуючы гэтаму тэлерадыёкампанія «Гродна» упэўнена займае сваю нішу ў медыяпрасторы рэгіёна.